«Инфраструктура для жизни». Иркутская область готовится к участию в новом национальном проекте. Его целью является комплексное развитие опорных населенных пунктов, а также реализация мероприятий в сфере жилищного и дорожного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение современным общественным транспортом. Основные направления и механизмы реализации нацпроекта обсудили на заседании комиссии Госсовета под руководством главы Республики Татарстан Рустама Миниханова. Участие в обсуждении принял и глава региона Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья дал поручение в срок до 1 ноября утвердить перечень опорных населенных пунктов Иркутской области, в которых будут реализованы мероприятия нацпроекта, а также сформировать предложения по составлению программ развития.